Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab A 2019 года произвести первоначальную настройку. Для этого в первую очередь давайте выберем язык. Давайте выберем русский, а то все как-то непонятно тут написано. Затем нажимаем на стрелочку. Затем принимаем лицензионное соглашение с конечным пользователем. Нажимаем «Далее». Следующим шагом нам предлагают подключиться к сети Wi-Fi. Но если же в вашем окружении не нашлось ни одной открытой сети Wi-Fi, вы можете пропустить данный шаг и подключиться к Wi-Fi позже. Затем вам предлагают скопировать данные с вашего предыдущего устройства. Если же хотите это сделать, нажимаем «Далее». Если же хотите пропустить этот шаг, просто нажимаем «Не копировать». Затем устанавливаем дату и время. Затем идут сервисы Google. По желанию можем их оставить, по нежеланию можем их отключить, но в любом случае вам придется принять условия использования и политику конфиденциальности Google. Следующим шагом вам предлагают установить защиту устройства, рисунок, пин-код или же пароль. Также можете пропустить данный шаг и сделать это позже в настройках. Затем вам предлагают установить какие-то стандартные приложения, но для этого вам придется иметь подключение к Wi-Fi. Также вы можете их не устанавливать и нажать «Далее». Затем предлагают войти в Samsung аккаунт. Вы можете зайти в него сейчас, можете зарегистрироваться. Также можете просто пропустить данный шаг и сделать это позже. И нажимаем «Готово», и после этого устройство будет готово к использованию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.